На карте города Чебоксары появится еще одна улица. Правда, совсем ненадолго. С 14 до 18 часов 9 октября улица Карла Маркса превратится в спортивный бульвар. Об этом на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению международного форума «Россия. Спортивная держава» рассказал глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. Жители столицы республики уже привыкли гулять по Творческому бульвару в день города. Широкая улица, где в шаговой доступности представлены все лучшие развлечения, пользуется особой популярностью у горожан. Спортивный бульвар обещает быть не менее интересным. Будет организовано спортивное мероприятие, шоу-программа, интерактив с жителями города. Практически все федерации, как сказал, будут участвовать. У горожан, жителей столицы появится возможность не просто увидеть работу спортсменов, но и записаться в понравившуюся секцию, в понравившийся кружок, вести переговоры с той или иной федерацией. А начнется утро первого дня форума с зарядки со звездой. Несмотря на то, что она проходит далеко не в первый раз и уже в течение нескольких недель проводятся репетиции с горожанами, организационные вопросы все еще возникают. Первый комплекс упражнений утренней зарядки детки исполнили хорошо. Территориально я находилась в гимназии номер 4 и свою зарядку начала с расстановки. Дети 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы нужно, когда начинаем зарядку, расставлять детей. То есть на вытянутую руку вперед и впереди должны быть и в стороны, для того, чтобы квадрат он образовался, и чтобы дети не смогли задеть упражнениями друг друга. Национальное телевидение Чувашии проведет прямую трансляцию всех мероприятий, которые пройдут на Красной площади 9 октября. На сайте телерадиокомпании организовано и интернет-вещание. Увидеть историческое событие смогут не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика.